Перед премьерой короткометражного фэшн-фильма «Шежире» и шоу показа одноименной коллекции идет фотосессия. Известный дизайнер Айнур Турисбек открывает в Шымкенте модельное агентство «Катрин Гольцман» и демонстрирует свою коллекцию. В ней платья и камзолы из кожи и ткани. Юрист по образованию, дизайнер по призванию души. Айнур Турисбек откровенно признается, что в моду ее привела собственная любовь к нетривиальным стилевым решениям. На самом деле мода – это не тряпки, это не вещи. Мода – это философия, это рассказ, это какое-то мнение, некий такой эпос, о котором хотелось бы поведать. То есть в каждом образе мы образом лишь рассказываем ту самую историю, которую мы хотим поведать. То есть если говорить о «Шежире», то вот сегодня, да, будет вам представлен фильм. Почему его нет на экранах еще? Потому что он путешествует по фестивалям. На сегодняшний день мы прошли Берлин Fashion Festival. Айнур Турисбек называет фэшн-индустрию необычным дизайнером. У нее свой своеобразный взгляд на моду. Дизайнер в своих работах пытается передать культуру казахского народа. Сегодня Айнур работает с известными домами моды по всему миру. Главный критерий для того, чтобы попасть в наше агентство и попасть в нашу, так сказать, армию красоты, армию Гольцман, важно быть очень уверенной в себе. Не обязательно быть супер худой или супер высокой. Можно быть обычной девушкой, но быть с огнем внутри. 90-60. Совершенно нет, потому что сейчас мир, он меняет совершенно стандарты, стереотипы. Да, вот и предыдущие показы, которые проходили в Париже, в Лондоне, показывают о том, что обычная девушка, которая сидит дома и верит в то, что она красивая, она может стать успешной. Не обошлось в этот вечер и без сюрпризов. Казахстанский дизайнер Айнур Турисбек представила свой первый короткометражный фэшн-фильм под названием «Шежире» – «Родословие. Древность». Лента снята по мотивам одноименной коллекции дизайнера «Весна-лето». Режиссером выступила Елена Романова, автором сценария – Жанар Карибай. Турисбек же является автором проекта и продюсером. «Шежире» – это история о чести, воинской доблести, силе духа, о важности семьи и ее сплоченности. Вдохновленная темой новой этники, съемочная группа представила на суд зрителей свою интерпретацию исторического наследия казахов. В съемках картины приняли участие известные актеры, участники популярных музыкальных коллективов и дочери Айнур. По словам создателей фэшн-картины, каждая новая коллекция имеет свою историю, которая не всегда всем понятна. Решением этой проблемы и инструментом более тесной коммуникации с аудиторией стал видеоформат. А в завершении вечера для гостей известные хиты исполнил популярный певец Айкын.